Злочинці хочуть, щоб він був таким. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Он! Але бажання злочинців для нього не закон. Тому що він з породи німецьких лягавих. Завжди тримає хвіст пістолетом. Мобільно реагує. Не знає, що таке профіль, але знає, що таке пас. Комісар Рекс. Будні тепер у 18-й на новому каналі. Иногда жизнь закручивает сюжеты покруче голливудских сценаристов. Элуру ми аноси карату келе гарантированно пропрочендо перенадо. Энд. Смотри, нет, ты вы меня. Смотри, я здесь веду программу, в конце концов. Бей его! Я эту камеру не в***ю. Эти диваны не для отдыха. Будь готов. Нашим окнам ничего не страшно. Вы только посмотрите, какие рамы. Я тебя убью! Класс! Окна с понедельника по четверг на новом канале. Ё-моё! Обалдеть! Вы хотите знать, откуда у нас так много денег? За деньги. В субботу в 10:40. Эдриан, известный грабитель банков, и Вернер, профессиональный снайпер, склонный к суициду, никогда раньше не встречались. Их объединил контракт на смерть. Но никто не мог и предположить, что их ждет впереди. Последний рассвет. Настоящей андалузской красавице должны быть три черные вещи – ресницы, брови и волосы. И три розовые вещи – губы, ногти и соски. Скажи, почему ты такой тупой? Ее тайна раскрыта. Она жива? Ответ утвердительный. Убей ее. Друзья предали ее. Давай, детка. Хочешь взять свой кухонный нож? Ее окружают враги. Умри, как самурай. Теперь... Прежде чем утолить жажду мести, я решу одну проблему. Ее единственное желание – убить человека, который разрушил ее жизнь. Где Билл? Убить Билла. Фильм первый. Миромакс представляет. Алекс и Нэнси были идеальной парой. Пока, дорогая. И, наконец-то, купили дом своей мечты. Боже мой. А куда ведет эта лестница? Там живет милейшая старушка. В доме два просторных этажа. И одна старушка. Какой приятный сюрприз. Она поломала нам жизнь. И они сделают все. Так по закону мы не можем ее выселить. Чтобы избавиться от нее. Она религиозна. Можно этим воспользоваться. В этом году не будет более неуютного места, чем дома. Бен Стиллер. Дрю Берримор. В фильме Дэнни Девито. Алекс на нас капает с потолка. Святые Марии и Иосиф, я могла туда провалиться. Дюплекс. Ты не забыл задуть огонь в духовке?
Третья миссия. У тебя 12 часов, или игра окончится для всех? В игре нет никаких правил, кроме одного. Победить любой ценой. Ты в видеоигре, созданной психопатом по прозвищу Игродел. Что ж, переведем вас на другой уровень. Испытайте кураж. Ищи свою сестру Джуни. Ощутите волнение. Кармен, на этом уровне. Я тебя заставлю. Самый скоростный и опасный гон. Потому что на этот раз дети шпионов 3. Игра окончена.